Всех приветствую. Хочу показать свой ремень для мойки окон. Вот такой вот. Значит, что у меня здесь входит? Ну, стакан, кобура, колчан. Как хотите, кому как нравится. Это Пуликс. Так, чего у него здесь есть? Значит, ну, сквич. Сквич у меня канал Легенда. Ручка Унгер 30 градусов. Вот такая поворотная, фиксируется. Сорок сантиметров длина. Ну, шубка Унгер, плюш 45, ручка тоже, держатель Унгер. Едем дальше. Сумка первая. Это сумка Зубр. Немножко модифицированная. Распорол внизу. Вставил пластиковые вставочки, чтобы держалось, чтобы можно было вставлять инструмент. Здесь у меня нож Унгер. Такая вот затирочка. Тряпочку можно, чтобы не скользило. Если затереть что-то, рамы протереть. Дальше кусок черного пада. Что-то где-то подчистить. Либо на каленых окнах, где нельзя променять нож, где-то какую-то грязь, краску потереть. Можно посадить сюда, одеть на штангу и где-то на высоте потереть. Дальше у меня идет бронзовый пад, уже поюзанный. Уже пора выкидывать. Дальше щеточка для каких-то щелей, такая жесткая. Вот сюда тоже можно что-то положить, ну не знаю. Дальше такая вот навесочка, она вообще для молотка, но здесь я ношу вот такую вот, такой вот сквич для сгона с подоконников, отливов, убитая резинка, которую не жалко. Это Сорба, канал Сорба. Двадцать сантиметров. Вот так здесь. Далее. Сумка Мейерман. Здесь у меня тряпочки. Мокрая, кстати. Тряпочки для затирочки. Кармашки у меня. Ручка для открывания окон. На некоторых объектах бывают окна без ручек. Это дверная ручка, сточенная. Вот. Химия. Это Мейерман.
Хорошая химия. Я добавляю ее и в воду, и на шубку. Или туда, или туда. Если с ведром, то на шубку. Если без ведра, а с пулевизатором, то в пулевизатор немножко. Дальше. Вот такое колечко. Вообще оно используется, должно использоваться для тряпок. Вот так вот используется. Но я использую ее тряпки. Вообще тряпки соскакивают с нее, падают. Не очень удобно для тряпок. Я использую для пульверизатора. Сюда вешаю. Всегда самое. Ведро я не очень часто использую, если только окна совсем трэш. Второй ремень у нас, это моего напарника. Ну, здесь тоже. Стакан пулик, стакан Мейерман, шубка Мейерман на поворотном Т-держателе Унгер, сквич Мейерман, сквич Сорба. Нож, ну, у него вот такой вот, нож у него. Дай бог памяти. Не помню. А, Триумф. Триумф. Чехол для ножа Сорба. Ну и сумка вторая. На ремне было две сумки. Сумка вторая также. Ну, здесь еще не сделали. А, нет, распороли. Распороли, но не вставили вставочки. Надо тоже будет распороть, вставить пластиковые вставочки. Будет вот такой вот. Ну, здесь выскочил нож. Это для локальных китайский нож. Довольно-таки качественный попался. Тоже здесь болтается. Ну вот и все.